дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Безліч свят існує у світі, і деякі з них важливі не лише своїм настроєм, а й можливістю об'єднувати людей. Про обійми будемо говорити сьогодні у нашій студії. І до нас ми запросили у гості Олександра Лопатіна, психолога-психотерапевта, гештальт-терапевта. Я дуже рада, що прийшли ви сьогодні до нашої студії, бо насправді обійми дуже важливі для людей взагалі. Не лише для близьких, кого ми знаємо, а для усіх абсолютно. Да, безусловно, поэтому еще раз вас с праздником. Дякую. Это правда, праздник. И вот сразу хотела запитати, для чего же они потребны, обеймы? Ну, вообще-то, несколько моментов. Ну, в первую очередь, это же, конечно, и защищенность наша общая. Это также возможность успокаиваться. Это также возможность контейнировать. Например, если вы посмотрите на детей, вот, вы увидите, в каких случаях они прибегают к объятиям. Когда? Когда им страшно, когда им больно. Ну, когда рады еще дуже. Они тоже могут обнять. Безусловно. Когда, да. Также, когда нужно что-то выразить, да, например. Также, когда бьются в истерике. Вот, кстати, один из таких, не знаю, пси-лайфхаков. Ну, сейчас, мне кажется, большинство родителей как-то уже образованы в этих вопросах. Но вот когда ребенок, например, бьется в истерике, вот лучший способ его контейнировать, успокоить, это его объять. Мы все равно сильнее, чем ребенок. Мы его обнимаем, он там трепыхается, сколько есть сил, потом успокаивается, и всем хорошо. И у него получается, он приобретает такой опыт контейнирования. Він стає впевненіший, і він розуміє, що є захист, є дорослий, який може його захистити. Звісно, це війде у нього в хорошу привичку, у нього буде вже і на тілесному рівні такий опит. І, звісно, ви совершенно праві, це також і спосіб щось виразити. Тобто, це як спосіб щось отримати, якусь заботу, підтримку, але також щось і дати таким образом. Тому, звісно, основна ідея – така взаємообмін з окружаючою середою, з людьми близькими. Так, ну це основна така ідея. А що дає взагалі самі обійми? Що вони дають і як можуть вони вплинути на загальний стан організму? Ну, прежде всего, как раз это и дают. Они дают ощущение защищенности, укорененности, дают возможность себя выразить. Во-первых, это во-первых. Во-вторых, это также дает возможность почувствовать и самого себя. Ведь на самом деле мы, когда мы себя хорошо чувствуем, как раз вот в этот момент взаимодействия. Но даже вот я вам простой пример приведу. Вот попробуйте, например, вот почувствовать сейчас свою левую ладонь. Вот просто ощутить. Не, вот просто вот возьмите и попробуйте ее ощутить. Ну, треба, можливо, ее стягнуть, якось пальцы натягнуть. Кое-как вы чувствуете, да? А теперь вот просто попробуйте дотронуться ко мне. Так, ну, я уже чувствую тепло там, чи ничьи. Вот прямо сейчас вы ощущаете не только меня, но и себя. А свои, еще. У меня, например, руки теплее. Например, да? Так. Видите? И вот именно в этот момент вы ощущаете себя сильнее, чем до того, пока вы не соприкасались. Вот, в общем-то, во время наших объятий что-то подобное тоже происходит. Я и другого ощущаю, но и себя ощущаю сильнее. Так, ну бачите, наскільки це добре, що ми це вже знаємо, бо насправді людина не замислюється частіше, коли може когось обійняти, чи просто може поцілувати, наприклад, так, чи просто пригорнутися. Насправді ми це робимо переважно з близькими людьми, так, але ж є люди, які цього недоотримали. Особливо маленькі люди, можливо, хтось обділений своєю такою увагою. До чого це може взагалі призвести? Ну, от представте, якщо ви, наприклад, недополучаєте питательні вещества, вітаміни, кислород, це буде сказуватися на вашому рості розвитку? Ну, а як же, так? Хворіти може людина, звичайно. Безусловно. От так же, як ми нуждаємося в якоїсь пищі фізичній, так же ми нуждаємося в пищі ментальній. Духовное, психологическое, если вы недополучаете ласку, эмоциональный контакт, телесный контакт, это тоже вас объединяет. Вы также будете, скорее всего,
где-то слабее, где-то будете хереть, где-то будете болеть. Угу. Это скажется, это безусловно скажется. Ми пам'ятаємо, от взагалі, якщо ми зараз візьмемо такі періоди розвитку нашого суспільства, то, наприклад, той період, коли ще радянський, наприклад, період і до радянського періоду, там намагалися дати такі настанови батькам поменше обіймати своїх дітей. От такі тілесні контакти вважалися, можливо, вони не те, щоб там були забороненими, але вважалось не дуже добре, якщо мама чи батько ось так дуже вже обіймають свою дитину. Mm-hmm. І ми тепер бачимо вже зараз, які результати, до чого це призводило. Ну, да, в общем-то, не всякі такі соціальні експерименти удачні, вот, в тому числі. А як ви думаєте, для чого це робилося насправді? Якщо це взагалі для суспільства? Ну, наверняка была какая-то идея, может быть, сделать человека там более самостоятельным или менее нуждаемым. Я не знаю, честно говоря, так я глубоко вот про эти эксперименты не смотрел. Как и были эксперименты там, с тем, чтобы кормить как-то детей по часам или не подходить, когда они кричат. Это были какие-то эксперименты, они, конечно, не очень удачные, но они многому научили. Конечно, сейчас мы, например, в наших кабинетах или в группах вот и имеем, так сказать, дело с таким последствием, когда ребенка ну, не допускали, не обнимали, лишали телесного контакта или отвергали даже, когда он хочет. В этом смысле, ну, с чем, конечно, мы встретимся? Мы, конечно, встретимся с таким, ну, в любом случае, с таким творческим приспособлением ребенка. Как бы вы не отвергали ребенка, например, из какой-то идеи хорошей, что ему нужно быть самостоятельным, ну, сейчас, слава богу, люди все более образованы, все меньше каких-то странных экспериментов, но еще есть. Но, тем не менее, как бы вы из какой-то идеи не отвергали его в плане там, телесного контакта, как бы вы что-то ему... Не забороняли, да, так, что-нибудь, например, не запрещали, все равно мы все обладаем от природы таким творчеством. Если эта потребность есть, она будет как-то прорываться. Ну, например, он может желать с вами телесного контакта, болеть. Угу. Вы будете мерить ему температуру. А, все одно. Все равно будете прикасаться. Тобто, такі или хитрі он діти, які отак все одно ще зроблять для того, щоб батьки прийшли до них. І не тільки діти, взрослые також. Если вам не хватает какого-нибудь телесного контакта, ви можете спину потянуть, попросить партнера сделать вам там растирку или лодыжку вывернуть и потом. Ну, то есть мы в этом смысле творчество будет. Вот, конечно, беда, если слишком часто к этому творчеству прибегать, оно, конечно, превратится в такой паттерн. И, скорее всего, может быть, такие болезненные состояния, с которыми человек так будет... Так они же перетворятся в хроничные. Безусловно, да. Угу. Вот это риск, конечно, заиграться. Ну, от бачите, як це може бути, так? Не дуже добре. Насправді, потрібно, мабуть, бути чесним перед собою, і особливо, якщо є у вас діти, то треба розуміти, що дитині це потрібно, насправді, так? Конечно. А найперше, це ж бажання, повинно бути бажання підходити, обійняти дитину, так? Це справді така дуже важлива деталь дорослої людини, яка розуміє, що хтось є біля неї, хтось поруч. Да, ну для этого, конечно же, и взрослому нужно как-то это желание вот как-то в себе обнаруживать и что-то про него понимать, потому что бывает, что ребенок-то, он изначально готов, обычно дети такие контактные. Конечно, кому-то больше, кому-то меньше, за этим тоже нужно присматривать. Бывает, сам родитель не может в силу каких-то причин, в силу какого-то собственного, может быть, негатива. А может, вы его так выховали? Может, до него например, не подходили? Например, конечно же, если у него, может быть, вообще не иметь, он может не иметь никакой модели, как это делается. Он не знает, как это, так. Или, например, как это делать, например, вот с маленьким еще более-менее, а потом ребенок подрастает, как например, подростка обнимать. А ось, наприклад, розкажіть. Да. Ну, от дивіться, дорослі, особливо хлопчики. Зараз про дівчаток. Ну, дівчатка, ага. Вони ж самі по собі такі. Вони можуть підійти, обійняти. Хоча є різні дівчатка, але частіше хлопчики страждають. Тому що вони ніби дорослі. І ти розумієш, що він повинен бути самостійним. А що буде, якщо ти його постійно будеш опікати такою добротою, ласкою, коли ти будеш постійно до нього підходити? Як вплине це на його виховання? Ну, здесь, конечно, два момента. Тут как бы в крайности тоже бы не впадать. С одной стороны, отсутствие этого контакта телесного, а с другой стороны, когда он слишком навязчивый. Угу. Ну, когда слишком чрезмерно опекает, не учитывая индивидуальность ребенка. А как зрозуміти, багато чи мало? Я бы, конечно... А как вы можете понять? Только вот если вы внимательны к себе и к другому,
Ну, вы же как-то, наверное, если вы внимательны и видите того, кто напротив вас, наверное, вы сможете разглядеть, ну, какую-нибудь там гримасу недовольства или, наоборот, удовольствие. А підлітки дуже часто скажуть: «Ні-ні-ні, не треба, не підходьте, я вже дорослий». А так вони переважно і роблять. Да, но если вы внимательны к любому подростку, вы заметите, что зачастую он вам говорит именно так, но есть моменты, когда он ходит-ходит и каким-то образом раз и сам к вам прильнет или где-то. Угу. И здесь правда тот момент, когда скорее вы ждете этот момент. Вот он случился и радуетесь. Что это вообще произошло? Тобто, насправді, не треба нав'язувати. Я про це правильно зрозуміла? Не треба нав'язувати себе і свої обійми? Конечно. Конечно, не надо. Конечно. Ну так, зрозуміло. А, знаете... Вот я бы еще вас немножко поправил. Я, например, не соглашусь, что страдают там мальчики больше, чем девочки. Угу. Это такие моменты, мне кажется, не совсем вот там как-то гендерно зависят. А девочка тоже, например, может переживать по этому поводу. Вот, например, она подрастает, вот часто истории, где, например, контакт заканчивается. Пока она маленькая, она там как-то вот в этих телесных объятиях, там и с мамой, и с папой, а потом подрастает, ну, как-то формируется в маленькую женщину, грудь выросла. Например, какая-то уже неловкость появляется при этих объятиях. Например, папа может не сильно там как-то быть образован в этих, например, вопросах, а также, например, не сильно как-то со своей эмоциональностью вообще быть знаком. То есть он чувствует какую-то амбивалентность, ну, каких-то родительских чувств и одновременно какого-то возбуждения, еще что-то пугается и отвергает, например. Так, а что робити тоді? Ви, як фахівець-спеціаліст, порадьте зараз тим нашим глядачам, які нас дивляться, і теж, можливо, в якихось моментах не знають, як краще діяти. Ну, що необхідно робити? В першу чергу образовуватися. Тут нічого не поділиш, потрібно усложнятися. Мир становиться складніше, нам теж приходиться усложнятися, где-то образовуватися. І це не складно. Зараз маса взагалі літератури, різних подкастів в плані, пожалуйста, психологи даром на каких-то своїх каналах, на каких-то курсах. Є це і безплатні, і платні матеріали, наприклад, в плані, наприклад, образування тих же емоцій, що вони є, що вони різні, що вони присущі всім людям. Якщо так одним словом, треба їх прийняти, так? Ті всі емоції, так? Те, що з вами відбувається, так? А що робити з тими людьми, які не хочуть, не сприймають емоції, не сприймають обійми? Чи це говорить про їхню, можливу, хворобу, чи щось іще? Ну, опять же, конечно, здесь не стоит грести всех под одну гребенку. Хорошо бы разбираться в каждом индивидуальном случае. Это может быть какая-то, это может носить общий характер проблемы, а может быть частный. Ну, в плане частного просто, может быть, человек неприятен. И как-то с ним особо не обнимается. Вот. А если это стосуется усіх взагалі? А вот тогда надо, конечно, посмотреть. Может быть, это как раз тот самый случай, когда вот мы, например, какие-то события можем не помнить. Ну, нормальное дело, психика, например, защищается посредством такого механизма, как вытеснение. Ну, убирает вот какой-нибудь неблагоприятный материал. Причем мы каких-то событий можем не помнить. А вот телесную память никуда не денешь. Вот телесно мы реагируем. Так, то есть это уже сигнал, такой дзвіночок, что что-то с нами не так, и треба розібратися. Да, возможно, было какое-то событие. Была какая-то травма, про которую мы забыли, або уже возможно, так далеко ее отсунули. А телесно все же ничего не смогли с ним сделать. А телесно это будет всегда проявляться. Вот знаете, я вам такой простой пример приведу. Я, например, помню стоматологов еще, ну вот при СССР. Так. И вот мне, ну по крайней мере, мне попадались такие уж совсем изверги. Так кто же их коли любил? Поэтому сейчас, например, другая стоматология. Понятно, это одно удовольствие, можно уснуть в кабинете у стоматолога. Но когда я сажусь, например, в кресло, то телесно первая реакция еще... Да, ну, вот из тех, треба міцно затиснути руки. Вот, и это, это происходит быстрее, чем я успеваю понять. Ну, то есть там, за счет там, осознавания, рефлексии я замечаю это. Ну, якщо, наприклад, ви вже зрозуміли, що от є оцей момент, як ви рекомендуєте з цим жити? І чи потрібно щось робити з собою? Звісно, якщо це об'єднює вашу життя, что-то делать необходимо. Ну,
как правило, это всегда такая очень аккуратная и кропотливая работа, на самом деле. Вот так прыгать с места в карьер – нет. Угу. Вот. Обычно, как это? Например, в группах это прорабатывается, или вот в кабинетах, как мы с этим работаем. Ну, в первую очередь, конечно, хорошо бы какой-то анализ и исследование. То есть, может быть, каким-то участком тела есть доступ, каким-то нет. Угу. С чем так. Это будет связано? Обычно, когда мы постепенно к этому обращаемся, вот тут и телесно, какие-то воспоминания приходят, что-то человек воспоминает. Насправді кажуть, що потрібно 100 разів на день обійматись. Це правда чи ні? Я би хотів посмотреть на этого человека, который обнимается 100 раз в день. Хотелось бы его увидеть после этого. Мне кажется, это сложно. Хотя, знаете, вот, например, не исключено, что у меня был такой опыт, когда мы, например, встречаемся где-нибудь с коллегами там, на каких-то больших мероприятиях, конференции. Последняя у нас была конференция, было 500 человек, более 500 человек. Пятую часть я точно знаю. Скорее всего, наверняка с ними я обнялся. Так, ну, бачите, ви просто такі люди, можливо, знаєте, що це потрібно, так, і це робите. Якщо з близькими, там все зрозуміло. Якщо людина вам не знайома або мало знайома, то як тоді бути з обіймами? Що ви рекомендуєте? Ну, от була така психотерапевт Вірджинія Сатір, сімейний психотерапевт. От вона таку формулу виводила, її зараз часто где-то можна услышати, що... Ну, минимум 8 объятий в день будет достаточно. Будет достаточно. Ну, 8 раз. Так, а сегодня, особенно сегодня, нужно это сделать все же. Если вы никогда не знали, как это делается, никогда никого не обнимали, да, да, то нужно попробовать, и вам это понравится, так? Как вы думаете? Знаете, как правило, да, это может понравиться. Ну, в случае, мы, когда говорим о какой-то норме, более-менее здоровом так. человеке, ему это может понравиться по какой причине? Ну, во-первых, есть такой профессор неврологии, профессор психологии США, Калифорния, Пол Зак. Значит, он 10 лет провел в исследованиях в своей лаборатории и, значит, как раз вот изучал, какое воздействие вообще, то есть, ну, какое влияние имеет вот прикосновение, в том числе и объятие вот человека, какое влияние оказывает. Он, конечно, обнаружил, что вот в момент любого благоприятного социального контакта и, конечно же, в первую очередь, в момент прикосновений происходит такой мощный выброс в организм такого гормона окситоцин. Ага, ось что. Мы не будем хворіти и будем счастливейшими. Ну, а как мы знаем, правда? Этот, конечно, гормон, он его еще называют таким гормоном доверия. Так. Поэтому в этот момент, конечно, снижается тревога. Уходят страхи, да, мы как-то чувствуем больше доверия. Конечно, это нас делает как-то счастливее в любом случае. Ну, супер. Треба так и зробити сьогодні. Я дуже дякую, що сьогодні змогли достукатися до усіх. Я так сподіваюся, що люди сьогодні будуть намагатися обійняти один одного. І насправді це буде дуже добре. Якщо ми будемо ближчими. Обязательно. Можна попробувати. Да, можна попробувати. І, мені кажется, якщо це войде в привичку, дуже хороша привичка. Це дуже добре, так. Така буде звичка цивілізованих людей. Так? Ну що ж, дякую вам, а ми зустрінемось за декілька хвилин.